Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Мы продолжаем вместе с вами играть в замечательную игру под названием «Метро Исход». Это у нас новая серия. Мы сегодня вместе с вами пойдем и зачистим последнее логово на этой карте. Возможно, сегодня мы уже и покинем эту локацию. На самом деле, я не знаю. Посмотрим, как долго мы с этим будем справляться, и, может быть, еще появятся какие-то дополнительные миссии. Мы уже много чего здесь сделали. Если вы подписаны на канал Воблер, смотрели все прошлые ролики по этой игре, значит, вы молодцы. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылочка будет внизу, а также будут подсказки, которые приведут вас на плейлист, где все ролики по этой игре. Ну что же, все, в принципе, сказал. По-моему, я в прошлый раз не залазил сюда на крышу. Надо туда залезть и посмотреть, что же там находится. Также здесь какие-то ходят люди-мутанты, да, которые нам в прошлый раз немножко помешали быстрее уничтожить бандитов. Итак, у нас есть военный ящик. Мы постараемся здесь по-быстренькому совсем разбираться. Так, я что-то видел. Что ж, не понял, что это было вообще за тормоза у нас. Воу! Откуда ты взялся? Камнями бросаются, смотри. Мы его без проблем с дробовика уработали. Мы снова их? Блин, мы снова их позвали. Я рано утром встал, чтобы туда полезть. Нет, они прискакали. Как они лезут? Да вы задолбали, я на вас все патроны потратил. Отстаньте от меня. Смотри. Ну они такие красавцы, они умеют ползать. Как мы туда будем двигаться? То ли на лодке? Как нам вообще туда подступить? А, там вроде бы говорили ход с воды. Что-то с воды. Я помню, какое-то замечание было в прошлый раз. Плюс у нас есть лодки. Значит, нам 100% надо на лодке плыть. Вот у нас есть еще одна лодка. Садимся на нее. Я пока что не буду хилиться. Я не знаю, сколько у меня здоровья. Если покраснело, понятно, что мне надо... На. Ну давай, поплыли. Кто там по мне вообще стреляет этой кислотой? Эти крабы. Как мне плыть? По-моему, в прошлый раз мы как-то проверяли, что внизу меня убили эти речные креветки. Наверное, здесь надо плыть, да? Смотри, людей тут подвесили, их сожрала живность, которая здесь проживает. На лодке надо плыть, оказывается. А я пытался тут... Что, все? Я могу плыть? Или мне кажется, я зря сюда вообще плыву? Я не знаю, куда я плыву. Ну, сейчас будут скримеры. Да? Куда мы плывем? Вот я уже вижу, здесь что-то шумит. А это вода капает. Надеюсь, я выйду через ворота, потому что обратно как-то не хочется. Коль здесь факела, значит, я плыву правильно. Нормальное место. Слушай, я вон вижу уже что-то. Прыгает монстр снова эти. Боже мой, сколько их. Куда меня занесло? А у меня... Слушай, а я все патроны потратил на этих тварей. У меня было там 20 патронов в моем шотгане, да, по-моему, шотган он называется. Ну, типа двухстволка. Пишите, ребята, как оно правильно называется. Так, ну давай сохранимся. Коль это у нас начало миссии, берем автомат. Ох, приплыли, называется. Так, ну, 3 патрона у нас есть. Как это вообще повлияет, я не знаю. Как это поможет нам. Так, грибочки собираем. О боже мой, там какое-то чудовище. Слушай, что это такое? Какие-то лестницы. Это реально дичь. Полнейшая, потому что здесь малейший шаг, где-то ступился, ты сразу в воде.
Мне еще надо как-то ресурсы здесь искать. Так, 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 так. Что, 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 что? Я что-то видел. Так, буковка У где-то была. Ну, тут тоже было У. Я что-то подобрал. Банки. Двигаемся вверх. Вперед и вверх, да? Вау, вау! Отлично. Ты по мне камнями будешь кидаться. Я его убил? Да. Смотри, прячься. Да что ж ты такое за чудовище? Давай, У жать. У, наверное, жать надо, да? Жму, жму, У. Давай, сломай ему шею. Давай, бей его. О боже мой, ну и что мне делать? Я сейчас все свои патроны потрачу. Да, без дробовика. Давай как-то, ну по-быстрому тут по стелсу никак, походу, да? Но. Ну вы мне должны для дробовика что-нибудь дать. Так, давай. Что тут у нас есть? Какие-то тумблеры. Может, сразу и тумблер какой-то нужный нажму. Так, чувак лежит. Да, с патронами у нас будет здесь напряг. Я жопой чую, ребята. Последнее коварное место. Что это такое? В нужную сторону я пошел. А, это ключ, который мне давал этот... А, мы когда-то у бандитов освободили. Ребят, и он мне дал ключ. Пусть поговорят. Так, ух ты, что это такое? Подожди, что это? А, это прибор ночного видения, только у него, наверное, батарейка разряжена. Как его снять? Ага. Это противогаз, я снимаю. Так у него батарейка, да? Окунь и плотва. Рыбалка у них тут вся. Мы все поподжигаем. Мне нужны найти патроны. Они мне очень сильно необходимы, потому что особенно для дробовика. Могилки, ничего себе. Конечно, могилки. Тут пока дойдешь, но тоже чувак интересный создал, блин, убежище. Ты пока до этого убежища дойдешь, тут можно реально сдохнуть. О, у меня, смотри, стрелка показывает что-то. Три стрелка показывает, где ресурсы. Или еще, куда стрелка меня ведет? У меня ж типа крутая стрелка. Крутой компас на металл. И куда он меня должен был вести? Что-то компас меня неправильно ведет. А как я надел эту штуку или не надел? Как ее снять? Или я на голову ее подцепил? И она у меня на башке. Как ее включить-то вообще? А, вот показано. Я, наверное, в ней хожу, только батарея разряжена. Как ее снять? Ну понятно, это бинокль. А, все, убрал я ее. До батарейки надо найти. Ладно, двигаемся дальше. Что у нас дальше есть? Здесь. По аптечкам. Три штуки. Да, не густо. Реально не густо. Какие-то рыбы. Хорошо, нашли. Куда это ведет дверь? Так. Заперто, наверное, с той стороны. Замка здесь я не вижу. То есть с той стороны я могу только зайти. С той это с какой? Вопрос. И как туда попасть? А церковь царя Водяного. Обитель Силантия. Орден
Электроборцев. Хорошо. Борцы, электроборцы, это хорошо. Только вот... Зачем меня сюда привели? Что это за штука? Я могу как-то наверх пролезть. Не хочу экспериментировать, потому что я упаду, себе что-то сломаю. Ладно. Тут больше я ничего найти не смог. Двигаемся дальше. Бежим, бежим. Хорошая штука. Мне понравилось. А, что с дробовиком у меня? Кстати, давай пока зайдем сюда. Может быть, сейчас крафтим что-то для нашего дробовичка. Или стол нужно для крафта. Да не, вроде бы мы так можем в рюкзаке. Так, ну тут чисто дробовичок. Фильтры фильтрами. А, без стола мы не можем крафтить. То есть стол нужен, чтобы скрафтить. Мы так можем скрафтить чисто пульки без стола. Да, и можем аптечку сделать. Вот, теперь у меня 4 аптечки. А вот без стола мы не можем здесь ничего делать. Ну, в принципе, оно-то логично. Хорошо. Было бы смешно, если бы мы могли пули прям... Сумку вытащил такой станок. Раз, раз, раз. Двигаемся вверх. Подожди, куда нас несет? Давай выше, выше. Что это такое за штука? Это дальше, да? Но мы же здесь ничего не залутали. Потому надо чуть-чуть ниже опуститься. Тут бочки, возможно, они взрываются. Тут тоже я что-то вижу. Подозрительно что-то сохранилось. Какой-то переключатель. Наверное, его надо переключить. О, боже мой. Угу! Это что такое? Это был мост. Это... Ага, не, надо поджечь. Грибочек мы заберем. Прикольный мост, слушай. Так, ну я прошел на эту сторону. Круто. Давай мы, наверное, сохранимся. Слушай, аж из этого моста мне пришлось бы как идти? Через низ, да, а там типа жестко все. Типа я такой продуманный, прохаванный, а там труп. Я не помню, был я возле того трупа, не был. Ну, спереди что-то красное и что-то лезет. Пукалка моя. О, черт! Да ты что, издеваешься? Где мой калаш? Это босс их. Слушай, это босс какой-то. Он очень крутой. Смотри, у меня уже мало здоровья. Офигеть. Где этот черт? Он на мост не может вылезть? А это босс топовый. То есть он сразу... Ё-моё. Хорошо. Берем пневмат. Закачиваем. Вот он. Да ты... Я думал, ты ушел. А чё ты сюда не идешь? Да ты присел. Смотри, что творит. Чувак, а он сюда боится. Да ты... Умри ты. Что это за монстр? Слушай. А если его прикладом бить? Попробуем. Приклад, да? Давай. Умри. Ну, правда, конечно, прикладом. Я в него всадил, блин, на несколько магазинов. О, да. С патриками беда. Угу. Давай мы что сделаем? Блин, оружие. Ну, босса, по крайней мере, мы уработали. Зарядимся. Подкачаем. Блин, вот это подкачка. Пневмат штука прикольная. А, мне говорят, чувак, давай аптечку, а то ты сдохнешь. Прям игра намекает. Хорошо. Хорошо. Ну, монстра, по крайней мере, мы его завалили. Двигаемся вперед.
Так, туда нам надо, идти не надо. Ну, очень жесткий. Зря, конечно, я много так патронов потратил. Что такое? Крутое что-то. И-и-и! Ого! Хорош, слушай. Так, по патронам. У меня здесь ничего нету. У меня есть план, как всегда. Я беру вот этот ствол. У меня патроны есть, да? Вот этот свой дробовик я разбираю. Чтобы все модули. И таким образом я как бы обменял ствол. В принципе, хорошая идея. Двигаемся вверх. Вот честно, такие локации не хочется даже лутать. Потому что здесь стрёмно, темно. Нифига не видно. Я уверен, что и на ролике ничего не будет видно. И главное не упасть. Сохраняемся. Что там такое? Мне придется, возможно, убегать отсюда, да? По-быстрому. Воу-воу-воу! Потише будь, рыба! Что рыба творит? Мне кажется, она проголодалась. Она... Ох, слушай, я водичку. Но это было так запланировано, ребята. Это не я тупанул. Хоть я не спал целую ночь. Записывал, но поверьте, это не я. Так. Куда меня занесло? А, рыба мне помогла даже. Рыба говорит, воблер, ты же пропустишь здесь очень крутой лут. Так, я понял. Все. Все ясно и понятно. Рыба меня просто подстегнула. Говорит, дружище, у тебя не... Она на меня работает. Может, слушай, может, она хорошая? Она такая говорит, слушай, я знаю, где патроны, я тебе помогу. Я говорю, ну ладно. Ермак. Твой сигнал пропадает. Конечно, экранируют. Ребята, в такой жопе. Не то, что экранируют. Тут вообще меня рыба хочет съесть. Рыба-мутант. Сом огромный. Так, ну туда я вниз не хочу лезть. Куда это ведет? А, мне придется вниз лезть. О-о-о! Так, я, мне кажется, кого-то рассердил. Что мне делать? Я дошел. Не дошел. Без понятия, куда я пришел. Я не знаю, куда мне дальше идти. Стоп, я отсюда пришел, да? А, вон какая-то лестница. Наверх. По-моему, я правильно иду. Или неправильно. Я ни черта не понимаю, ребята. Так, сохраняемся. Я иду, куда идется. Что тут? Какая-то лестница. О, вот наверх идем. Ну, я, коль собираю грибы, значит, я иду правильно. Артём! Да. Артём! Есть. Артём! Это вовнутрь надо лезть? А вы уверены, что мне надо туда лезть? О, я вижу, ко мне идут он уже. И там идут. Ну, наверное, вперед. О, привет. Самое интересное, что они даже не боятся. О-о-о. Так, где... А, это топовый! Это топовый, это их этот предводитель. Козел. Предводитель дядя Козел. Так, 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 дядя Козел. А я пукалками своими. Так, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Они быстро убиваются. Давай хотя бы мы их убьем, чтобы они камни не бросали. Это снежный человек. Так.
Вау, сейчас меня убьют. Как с ними работать? Если подойти к ним вблизи и начать по ним палить? А нет. А если в стелс-режиме? Можно попробовать в стелс-режиме подкрасться и их уничтожить. Такое темное место, мрачное место. Вот. Вот потому я не играл в другие серии метро, именно где метро. Потому что я хочу, чтобы было открытое пространство. Это топчик. Чувак топчик. Как с ним будем бороться? А? Если ему в голову сразу попадать. Смотри. А ну. Хорошо. Теперь отходим, берем наши пульки и стреляем с пулек. Нет. Это для ближнего боя. Вот это. Это вожак был. Смотри, они еще и камнями кидаются. У меня ствол перегрелся. Черт, а у меня ствол перегревается? Что у меня за пушка отстойная, у которой ствол перегревается? Ты ж не топ! Вы ж не топовые! Так, где мой этот приклад? А ну иди сюда! Иди сюда, животное! Иди, оно меня боится! Все. Вырубил. Вот так легко. Так, мы сохраняемся. Что у меня по аптечке? 3 аптечки тратить я не буду. Оружие у меня. Все нормально. Там вот еще какое-то чудовище лазит. Нельзя его отсюда прибить. Оно сквозь стекло пошло, ребята. Сквозь стекло. Оно не в окно вылезло, а сквозь стекло. Но если я сейчас подойду, а там окно целое, это будет, конечно, смешно. Ладно. Двигаемся вперед. Вот этот топовый чувак. Его надо было вырубить. Вот и есть еще тут. Сразу с выстрела в голову. Это топчик на нас идет, да? Ага. Это топчик, ребята. Я его прям вижу. Ладно, пока убирай мелких. Смотри, он идет потихонечку так. Не спеша. Гад. Сохраняемся. Он сейчас на нас обидится. Он очень обидчивый. Я по глазам вижу, что он обидчивый. Давай мы попробуем этими пульками. В голову убил, слушай. Боже, как прицел помогает. Это лазер, точнее. То есть лазером ты наводишься, и все работает. Фух. Я думал, что здесь вообще безвыходное положение. Давай хоть... Это я такое сделал? То есть вы хотите сказать, что я зря это все тут включил? Коли я собираю, то я двигаюсь правильно. Еще раз сохраняемся. Куда мне надо идти? Я вообще ничего не вижу. Слушайте, да я хоть и поближе сяду. Я в чем? Я в противогазе? Зачем я в противогазе ходил? Вот дурачок. Так, грибы пока брать не будем. Давай мы их... все равно мне с ними придется... Слушай, он по мне камнями кидается. Попал! Черт! Надо в голову! Убил. Фух, так. Тут ресурсов нету.
Куда мне идти дальше? Я вообще никуда не вдупляю. Куда мне двигаться? Зачем я сюда приперся? А, мне вниз надо спускаться. Ну, с тем мне пришлось бы, наверное, все равно столкнуться, да? Так, тут темнота. Кто придумал вот это? Темнотище конкретное. Аптечка! Намекает, говорит, воблер, потрать аптечку, пожалуйста. Куда мне дальше? Так, сюда я пришел. Я тут, по-моему, уже был, слушай. Я же отсюда-то пришел. Есть куда спуститься-то? Ага, вот какая-то штука. В другую сторону ведет. Сохраняемся. Надо оружие взять. О боже мой, это что такое? Гриб. Взрывайся. Давай, наверное, подкачаем. Раз. Ну, тут прикол в том, что пули я крафтить могу сам, потому лучше стрелять с этого оружия. Ага, а если мне надеть вот эту штуку? Ага, оно. И что, оно нифига не работает. Мне надо ползти. ПНВ не работает, тест снимаем. Куда-то я приполз, ребята. Грибы. Давай фонарик включим. О, грибы. Надо вот это вырубить. Потому что я вижу человека. О, и еще что-то вижу. Слушай, я что-то подобрал. Я не знаю, что это за штука. Но она у меня есть. И я думаю, что в будущем мы все-таки поймем, зачем она нам нужна. Так. Нож взял метательный. Кстати, я забыл вам сказать. По-моему, я в прошлом ролике нашел какую-то модификацию крутую. Так вот, та модификация позволяет мне больше носить с собой ножей. Так, давай спускаемся вниз. Снова я в жопе мира, да? Противогаз. Хорошо. Надо будет фильтры скрафтить. Потому что у меня, по-моему, по фильтрам вообще труба. Что у меня фильтров? На 3 минуты? Сохраняемся. Так, давай, я хочу уже выбраться отсюда. Гиблое место. О! Бежим, бежим, бежим. Лестница. Ползи, ползи, ползи. Давай наверх, давай, давай. Кто тут у нас? Ребята, как дела? Оу! О боже, рыба их съела. Бегу, 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 бегу. Давай дальше. Бежим, бежим. Фух, нашли. Добежали, сохранились. Я перепуганный, чуть не обосрался. Но можно было бы пойти наверх и выйти, да? Хорошо, что у нас здесь есть? Мне кажется, что-то я не туда пришел. Или туда. Вот какой-то проход. Очень узкий. Подозрительный. О, ё-моё. Ё-моё. А потом как? Все-таки надо идти там, где рыба. Тут тоже, правда, проход есть. Но не знаю, как он рабочий, не рабочий. Давай посмотрим. Тут что-то рыба ударила. Вот, лестница. Рыба просто меня перепугала, я с перепугу взял и убежал. Пошли наверх. О, кто-то тут уже их уработал. Давай, 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 давай. Сохраняемся. Вот тут какая-то лестница кривая, что-то. Я, мне кажется, правильно иду, в правильном направлении. В голову вообще выстрелы. В голову надо попасть, они же такие дерганы. Не какие-то наркоманы, что ли. Под чем-то они.
наркоманию, да? Так. Видели? Воу-воу-воу-воу! Давай-давай-давай-давай! Так, давай-давай-давай, я жму! Жму, уж еще надо! Откуда ты взялся? Воу! Это топовый, ребята, это босс был. Это был босс. Я его уработал. Отдайте мне за босса, я не знаю, хоть какую-то премию, что ли. Можно, в принципе, сейчас использовать коктейль Молотова. Может, они сейчас все тут сгорят. Пока куда идти, я вообще, ребята, не понимаю. А ну идите все сюда. Ну, давайте, идите ко мне. Не бойтесь. Они вниз падают. Они боятся огня, наверное. Ясно. Зато они камнями могут кидаться. Вот гады. Аптечку надо использовать. Все, коктейль Молотова погас. Нехорошо. Так, давай S кинем. Взрывчатка. Так, ну, взрывчатка штука хорошая, но я убил всего лишь одного. О, и коктейли есть. Не знаю, когда я смогу дойти. Главное себе взрывчатку под ноги не закинуть. Так, здесь тоже какая-то труба. Надо что-то где-то повернуть. Откуда что повернуть, я не понимаю. Так, смотри. S, давай закинем. Горите в аду. А. Да кто вообще тут лупит и меня? Да уйди ты, блин. И ты еще с камнем со своим. Ну откуда ты взялся нахрен? Блин, я начинаю с того же места. Как я устал. Как я устал вообще делать одно и то же уже 500 раз. Это как день сурка какой-то. Собирайте все в кучу, чтоб я вас всех поджарил уже. Одновременно. Так. Там вот еще идут. Они не идут, вы поняли? Горите, гады. И тебе в голову. 3 патрона. Ты чё сюда припёрся, блин? Пошёл. Добью его прикладом. И ты посмотри, какой он резвый. Так, сохранился. Ты что тут спрятался, гад? Есть. Сохранился. Что у меня с противогазом-то? Три минуты. Аптечка одна. Задолбали эти монстры, а? Куда мне дальше идти? Что это такое? Мне вниз идти? Да. Ясно, ребята. Все, я с вами понял. Я ползу. Ползем по барабану. Просто ползи вперед. Здесь веселье. Так, рыба там съела. Слушай, рыба реально крутая тема. Это рыба была? Рыба красавица. Ты мне нравишься. Сохраняюсь. Не... Фух, я думал, этот ад никогда не закончится. Мы еще грибочек соберем. Собираем грибочки, чтоб я знал, что я тут прошел. Анечка. Давай что-то включим. Давай, открывай, открывай.
Фух. Боже мой, ребята. Что это еще за штуки тут? Ага. А можно поджечь. Давай снимем противогаз. По-моему, я противогаз. Надо чинить. Что это такое тоже? Патроны. Да, патроны. Где вы раньше это были? Сразу и свет включился, смотри. Я открыл. Что я открыл, что сразу везде свет? И монстров нету. Слушай, я тут в темноте мучился, как дурачок. Это что за штука? Куда она ведет? Щиток. Заходим сюда. Что это такое за колокол? Я не буду в него бить. Думаю, ну его. Что это за штуки какие-то? Это я монстра так приманил? Воу! То есть вы хотите сказать, что я зря только что сделал это? Да. Хорош. Они рыбе поклонялись? Ну да, они жертву даже приносили. Рыба, я думал, ты на меня работаешь. Рыба, я думал, ты со мной. Рыба вообще какая-то обезумела. А, вот это дверь какая-то. Давай мы сохранимся. Да, это долгий процесс. Так, вот это что за штука? А, я дурачок. А, это я убрал, оно свалилось. А можно было рыбу приманить? Смотри. Рыбу приманить, она бы приплыла, я бы на нее вот это все скинул. И ей бы была бы труба, вы поняли? Я мог рыбу просто завалить. Идея была хорошая, но она... О! Слушай, как я это пропустил-то? Я сюда больше не приду. Свечку я не буду тушить. Там даже книжки какие-то, ничего не будем. Вот зачем мы пришли. Давай мы сохранимся. Долгожданный. Это поезд, ребята. Дрезина, или как она называется? А, я залез. Вовнутрь. Прикольное место, слушай. А двери закрывать не надо? Ага. Поставили. Ха, смотрите, какая машинка нарисована. А, смотрите, тоже прикол. Нарисован кот с кошкой. И кот за кошкой стоит и типа рот прикрывает. Ну, вы поняли, о чем я. Чем они занимаются. Чем коты занимаются, знаете? Весной. Размножаются. Здесь тоже, походу. Управление. Разворот сиденья. Ну. Давай мы. Ага. Поехали. Я сиденье разверну. А дверь закрывать не надо. Я еще раз сохранюсь на всякий случай. Ой, не спрашивай. Я вообще тут... Думал, с ума сойду. Ребята, на этом веселом моменте мы завершим эту серию. В следующем ролике мы уже будем заниматься подключением этого вагона и всего остального. Потому что мы очень долго провозились на складе. Вы сами знаете, что это было довольно тяжело. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале, смотрите другие ролики по метро. Исход. Пока.